Узнать интересующую информацию по вопросам, которые входят в компетенцию нотариуса, в том числе оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей и других, была возможность у пенсионеров и инвалидов. В течение дня горожане могли обратиться в любую нотариальную контору и бюро Брестской области и получить бесплатную консультацию специалиста области права. Чаще всего это правило оформления наследственных дел. Но как-то так определить, что все-таки больше, очень сложно, потому что специфика у нотариусов обширная и обращаются по многим вопросам. По записи и в формате живой очереди попасть на бесплатный прием можно любым из способов. Брещанка Зоя Михайловна Малейко в нотариальной конторе Брестского района клиент постоянный. В настоящее время пришла, чтобы решить вопрос с наследством. Вопрос классический – совещать или подарить. Специалисты рассказали все в подробностях, объяснили отличия и раскрыли нюансы. Можно получить хорошую консультацию. Вот и сегодня они мне объяснили, как лучше сделать или дарственную, или завещание. И я все-таки склоняюсь на завещание. Вот. И очень довольна, потому что я своим даже друзьям и соседям говорю, что сюда приходить, во-первых, здесь очереди никогда нет, всегда свободно, и очень хорошие люди здесь всегда очень внимательно относятся и досконально дают консультацию нам. Следующая акция по бесплатному консультированию в Бресте состоится совсем скоро, 14 октября. Она будет приурочена ко Дню матери. Завершит годовой цикл благотворительных консультаций акция ко Дню юриста 29 ноября.